Итак, я думаю, вы Я... поняли, что ваша задача будет, смотрите, оценивать контейнер, потом мы расходимся по разным комнатам. Я у вас спрашиваю мнение, будете ли вы покупать этот контейнер, и потом вместе все передвигаемся в ту же комнату на аукцион. Вы будете ставить ставки, будет какая-то минимальная цена, и вы будете перебивать друг друга. Контейнеров у нас всего 15, и у каждой команды есть по одному флакону, как уже раньше звучало. То есть вы можете мне сказать, когда никто вас не слышит, что вы хотите закинуть... Да, можете подсрать кому-то на контейнер, и если команда какой-то купит, то в конце вычтется эта сумма. То есть это будет в самом конце звучать. Итак, давай показывать. Да, у нас 15 контейнеров. В принципе, это первый контейнер. Вы можете расходиться по комнатам в Дискорде. Закрывшийся фитнес-клуб. Клуб был не богат, поэтому и добра маловато. Пока. Кому первому заходить в чат? Так, ладно, давайте зайдем. Алло. Они могут специально байтить. И... Да, я просто рассказываю. Да вы все рассказываете по очереди. Все просто, что, ну, типа, тут Гвин, профессионал, может забайтить Арину, ну, с учетом того, что она неопытная, и может там говорить, например, там цену, там, 1000 баксов, 2000 баксов, и Арина захочет перебить, и все, и это будет последний ее, как бы... Так, ребята, вы... Контейнер. Что вы скажете насчет этого контейнера? Вы хотите его покупать или нет? Нет, точно не будем покупать. Я думаю... Ну, хотя можно взять этот контейнер. Я бы больше, там, 800 баксов бы не вкладывал вообще. Типа, okay. Может быть, даже больше 600. Да, окей, я вас понял, иду дальше. Так, алло, Роман Макрицкий, скажите, пожалуйста, а тут будут брендирование какое-то там, чтобы мы понимали, серьезная эта вещь? Нет. Ну, к сожалению, вы его не видите, но это все брендированные вещи. То есть они существуют в реальной жизни. Давай, насколько мы примерно можем побороться? Или мы не будем вообще бороться за это? Я бы дал это, знаешь, схавать вот пешкам. Пусть пешки хавают. Давай присмотримся, да? Окей, я вас понял. Все, мы просмотрим. Все. Okay. Алло. Короче, мы юзаем говнялку. Да. Сходу, просто по рофлу, потому что, а что она будет лежать? И просто юзаем вот это сразу приколдесину. И все. Окей, вы на этот контейнер его накидываете, да? Она на нас юзается, если мы его купим? Конечно. Вы его не хотите покупать, я так понял, да? Не, мы его покупать не будем, мы кидаем. Окей, я понял. Это первое и последнее. Ваше этом. Нет, окей. Это не первый и последний. Я думаю, еще кто-то кикнется потом. Так что нет. Окей, хорошо, я вас понял. Алло. 800, опять же, это новое, типа. Алло. Да. Что, вы думаете, будете покупать или нет? Да, ну, до 500 баксов, может, поторгуемся, с виду дешевое. Окей, ну, да. Окей, я вас услышал. Тогда давайте перемещаться в общую комнату. Алло, все, я услышал все ваши мнения, и смотрите, так. Стартовая цена на этот аукцион, сейчас у нас начинается аукцион, стартовая цена на этот контейнер $100. Начинается после того, как я скажу раз, два, три, и вы можете перебивать друг друга. А шаг какой? Шаг $100 также. Аукцион начинается через 3, 2, 1, погнали. $200 Гвин. 400. Раз. 400 Гинцуха. Раз. 500 Гвин. 2. 500 Гвин. 3. А 600, он сказал 600. Алло. Нет, я 500 сказал. 500 сказал. 500. Сказал 600. Продано. Ты что? Окей, ребят, посмотрим, что вы заработали за этот контейнер. Он дорогой, Сань. Да, согласен. $542 вы заработали. Они еще в плюсе остались? Не, они бомбы в плюсе, да? Ну, это вы узнаете все в конце. А, они типа на $42 в плюсе получается, да? Да, это неплохо. Когда я захожу к вам в команду, вот я, например, зашел к Вове и Гвину, они уже спалили, они сказали, мы кидаем на этот контейнер бомбы, и сами, кстати, его купили. И все, у них бомбы нету, они ее сами спалили, но если бы они не спалили сейчас, то я бы в конце просто сказал, что... Этот контейнер отнимается 50%. Уважаемый Роман, попрошу одну маленькую такую помарочку сделать. Конкретно этот контейнер купил Александр Гвинглейд. Спорим? Вот оно стоит дороже, чем спортинвентарь. Так, ребят, следующий контейнер, вы можете на него посмотреть и также расходиться по комнатам. Они ограбили обувной склад бывшего магазина Спали, но покупателям пароль попадались оригинальные модели. То есть в этих описаниях еще могут быть подсказки. Так, расходитесь, я буду... Алло. Они ограбили обувной склад бывшего Спалью. А, Спалью! Пароль, но пароль. Ой, попадались. Подожди, тут же квешн в том, в ящиках же что-то еще есть. Ну да, кстати. Нет, в ящиках этих просто это декор. Бартан, так тут нет. Тут даже есть какие-то 200 баксов. Тут одна пара какая-то оригинальная, скорее всего. Стоят за $70 вон слева, не баланс. Короче, нет. Я считаю, что за этот контейнер вообще просто нет смысла бороться, потому что можно случайно это, понял? Как да-да, нет-нет в казике, понял? Ну, типа, честно. Окей, я вас услышал. Ноль не привлекает. Ну что, мужики, поздравляю с ходом гения, я так сказать. Я себя задамажил, чтобы было больше ярости. У нас сейчас контейнер, в котором Вован, ой, Вован, Муром пришел. Вован в этом контейнере шарит 100%. Так что, Вован, давай... Ящики, если что, декор, ребят, вот эти. Ты пришел, погоди, вот ты что пришел? Что я сказал? Послушать ваше мнение. Короче, мы думаем, можно будет сейчас, я попробую протопить.
Ну, он шарит за обувь, let's go. Да, я реально переобуваюсь, снимать, мне вообще похуй. Я, короче, разбираюсь. Это вся максимум стоит $500, но буду пытаться больше с чуваков стрясти. Потому что Эвилон, скорее всего, будет скупать, я уверен. Но он обычно изики скупает. Так, что, мужики, будете за этот контейнер бороться? Ну, слушай, да, можем побороться, порисковать так немного. Ну, так немного, на полшишечки. Без энтузиазма, да. Хорошо, окей, я вас услышал. 6 пар, условно, ну, пусть они стоят по 5000. Так. По 5000, и одна будет стоить, например, 15. Так. 6 пар. New Balance подороже же мы посчитали. Ну, это же паль. Ну, пусть 1040 все рублей будет стоить. Ну, и долларов 500 тоже. Ну, я думаю, где-то так. Блин, ладно. Хорошо, я вас услышал. А, напоминаю, стартовая цена никак не влияет. А, но на этот контейнер стартовая цена также $100 и шаг $100. Аукцион начинается через 3, 2, 1. 500. Да ты... Сорян, $500 гвин, раз. Кто сказал 600? 600 я сказал. Я забираю пальц. 700, 700. 700, братишки. 700. Там типа за коробками может быть. На 800. 800. 800 дрон, раз. 800. 900. 900, братишкин, раз. 900. Так он не мог перебить дрона. 900, братишкин, раз. 900, забираем, братишкин, забираем, два. 900, 1000 лир, чё? Раз. 1100. 1100, братишкин, раз. Братишкин, два. ББ. Три, продано. Нужнее, продано. Чё, мне нужны, ребят, мне еще мнение нужнее менять. Ему еще ко мне на казино идти на стрим. Ботинок, что, видели? Это чел, владелец контейнера, свои забрал. Так, что, ребят, я вас поздравляю с успешной покупкой. У меня самая умная девочка. Надо было Лекса обувать. Итак, ребята, напоминаю, что 15 контейнеров у нас, вы уже 2 открыли, и мы продвигаемся к следующему. А в данном контейнере находятся различные световые приборы. Это, в принципе, все, что вам надо знать про этот контейнер. Световые приборы. Все, можете расходиться. Это тоже будете брать? Конечно. Да, конечно, нет, же. Смотри, знаешь, мы в прошлом говорили, мы не будем брать, но сейчас скажем, мы это точно заберем. Понял? Короче, и не возьмете по итогу. Мы возьмем это, потому что мы сейчас потратим все деньги и в кальян. Окей, я вас услышал. Ну, может, один свет вот этот справа, который видишь, который справа свет, тут этот может очень дорого стоить. Да, а вот этот высокий? Право снизу. Это, маленький, да. Да, это видно, он... Это бренд, братуха. Это вот настройка такая стоит, она все освещает. Маленький. Мне вот тоже кажется, что... Алло, Ромеро. Алло, здорово. Да, я вас слушаю. Короче, попробуем побороться за этот контейнер. Нам почему-то кажется, что это стоит дорого. Не знаю почему, но мы прям очень хотим. Отдашь? Свет? Свет нашей жизни как бы важен, поэтому мы его купим. Угу, хорошо. Минимум, даже если дорого, оформляй. То у нас будет свет, а у них нет. Хорошо, понял? Я вас слышал. Так, мужики, что вы? Вижу. Он выглядит как... Ну, так поборемся, может быть. Ну, вы неплохо забатили их поборемся. На покупку кроссовок. Хотя свет может быть дорого стоить. Okay. А, скажи, Ром, а коробка слева, она пустая или это непонятно? Непонятно. Стоит. Алло, девчули. И мы, если его распыляем, если вот этот контейнер будет стоить 2000, да. за него отдадут 3000, мы его распылим, и он будет стоить 1000 вместо 2. Да. И они в минусе будут на 2000. Да мы думаем, то, что это, короче, это строительные какие-то световые приборы, которые... Жестко, типа, да, у них жесткий свет такой прямой. Мощный, такой, жесткий, мощный. Да. И вот, ну, чтобы ничего не упало из строительных приборов, там, они очень с прочной установкой и с прочных материалов. Вот, мы думаем. Дедукция. Работает, значит, если вот... Если они строительные, значит, они должны быть дорогие. Да, вы не распыляете ничего или распыляете? Но мы думаем. Да. Ну, пусть распыляет, я оставлю распылитель на 14 или 13. Кто распыляет? Кто пусть распыляет? Поэтому не хочу на начальных этапах. Окей, я вас услышал. А, заходите в общую комнату. Итак, стартовая цена данного контейнера $200, шаг также $200. Тысяча. 1500 вилон раз. 1600 поставка. Шаг 200. Как вы можете поставить 1600? 1700 тогда, что? 1700, братишкин, раз. У нас план другой был. 1800. 1900, дрон, 2. 200. Там, скорее всего, поставили что-то. 200 шарф, раз. 200 шарф, 2. Берем. 2400. 2400. Все, пусть забирает, Лёха. 2400, 2300, дрон. Раз, два, три, продано. Сорян, Диман, я немного за бюджет. Да, нормально. Не, мы брали только из-за коробки слева, в которой непонятно, что ли есть. Вы заработали с этого контейнера $1875. А нормально, ну неплохо пойдет. Ну да, не так. Ну не самое плохое. Итак, можете расходиться. У нас, короче, мы будем тебе руинить игру, мы просто сходу будем косарь называть. Нам хватает на все контейнеры, в принципе, если косарю будем. Ну, тут могут быть достаточно дорогие контейнеры, поэтому... Окей, я вас услышал, ребят. Че, девочки, двигаться будем сегодня? Ну, мы думаем, что тут в стуле какая-то есть. Есть это. Заначка, да? А, смотри, там сзади, Наташ, еще диван. Опа! Ты видишь? Что, мужики, прорваться ну, будешь? Диван... Сколько? А ты диван спрятал или что? Нету там дивана. Понял. Ну, год до тысячи.
2200. Тут диван что-то может стоить. Все, погнали в общую комнату. Итак, ребят, стартовая цена этого аукциона $1200, шаг 100. 1600. 1600 шарф, раз. 1800. 2000 шарф, раз. 2200. Спасибо, Зай, все. 2300. 2300 шарф, раз. 2400, кто сказал? Я. Не надо, не надо. 2400. Леша, пожалуйста, Лешечка, родной, не нужен. 2500 я сказала. 2500 девушка первая сказала. 2600. 2600 шарф, раз. 2. 2700 гвин, раз. Да он обещал диван мне. 2700 гвин, раз. 2800. 2800 шарф, раз. 2. Леха, это 200 кусков. Продано! Там реально диван был? Да, считаем. У меня тоже Арина заметила, а у меня яркость не позволяет на мониторе. Я тоже не видел. Ну, 2375 вы заработали, ребят. А помнишь, я сказала 2400 последнюю? Как это столько стоит вообще? На день рождения были заказаны разные наборы Лего, которые по непонятным причинам не дошли до детей. Идеи на день рождения. Итак, ребят, расходитесь по комнатам. Ну что, ребят? Сейчас, погоди. Мир кубиков, слышишь? 3000 рублей. Да короче, оно стоит, наверное, косарь. Так, слушай, без гугла. Я тебе объясняю, маленькие стоят 50-100 баксов, большущие, там сзади, вон, видишь, справа в углу есть замок. А, там не замок, там старварсный этот, короче, Гарри Поттер. Окей, ребят, я в Майнкрафте послушал, мне достаточно. Я в Майнкрафте. Алло, ребят, поздравляю с успешной покупкой. Спасибо, Ромочка, спасибо. Чем Лего покупаем? На диване Лего, бэмс. То есть вы боретесь за Лего, да? Да. Конечно, боремся. Так, хорошо, я вас покидаю, рассуждайте дальше. Давай, ББ, Ромочка. Распылитель вы не кидаете никуда, да? То есть сразу мне говорите. Понял, кинули распылитель. Нет, я просто каждый раз буду напоминать этот. Давай накинем распылитель. Давай. Есть вариант, можно сделать шаг, чтобы забайтить, понял? Потом перестать шагать. Ты мне как-то отговоришь. Они сами будут. Да, но я сделаю шаг, чтобы они типа никто не подумал. А ты будешь такой типа... Да, все, давай. Делаем. Так, девчули, что вы там? Ну, мы будем бороться. Да, будем. Я думаю, там, ну, до 3000 спокойно, я думаю. Ребят, я пока что даже сам не знаю, какую минималку себе придумаю. Ну, окей. Здорово, ребят, что вы скажете? Как юзать бомбочку и распылитель? Вы просто мне говорите, мы кидаем распылитель на контейнер, и все. Окей, тогда распылитель бахаем. На этот контейнер вы кидаете, да? Да. Окей. Ну, в принципе, думаю, вы покупать его не собрались, раскидаете, поэтому давайте в общую комнату перемещаться. Ну, мы чуть поторгуемся. Окей. Так, давайте в общую. Окей, ребят, стартовая цена данного контейнера $500, шаг $500. 2000. 2000 гвин, раз. А, стоп, у нас Авилона нет. Вадя, ты тут? 2000 гвин, раз. 3000. 3000 гинцуха, раз. 500. Нет. Все, забирайте. Я Андрей. 4000. 4000, раз. Хорош. Андрюх, не надо. 4000, два. Не будет стоить столько. 4000 гинцуха, три. Продано. А мы этот бомбу, слышишь? А почему никто не купил? Какая бомба? Ладно, все, не расстраиваемся раньше времени. Держим себя в руках. Поплачь, пожалуйста. Нормально. Цены, возможно, пробагались, там они дороже стоят. Слышь, друг, а может наш контейнер тоже пробагалась там? Может, проверишь? Не-не, зеленая цена, она окончательно. Нет, там с ботинками, ну типа нормально вроде стоило, не? Так, идем дальше. Let's go, каточки, брат, каточки. Короче, ну, я тут шарю в этих дисках. Это Volvo. У меня подружка сидит, шарит в дисках. Это что? Это какой Volvo? Правый. Правый, вот этот Volvo, да? Volvo. А дальше там все, Lamborghini, BMW и Mercedes. Диски стоят, ну, порядка, если шин дешевле. Ну, шин где-то $100. Ну, недавно Вадь менял. Кто такой шин? Это шин, из Gemini Tron, вот этот, который... Шин, которая, ну, на диск крутится, вот эта штука резиновая. Вот, на диск, типа, накручивается такая штучка. Так. Вот, а диски, они дороже, соответственно. Так ты же говорила, дешевле недавно. Нет, шин дешевле. Ну, шин дешевле. Ну, типа, дешевле, чем шина, да? Нет. А шин, погоди, а шин, это как единичная от шины? Шины дешевле. Ну, конечно, зимние дороже, соответственно, потому что они, ну, толще. Ладно, девочки, я слишком долго с вами. Алло. На что они их поставят? Наташа, смотри, захожу к Наташе, говорит, ну, я в этом шаре, вот справа Volvo, а дальше... Скажи, пожалуйста, здесь стерта маркировка? Ну, то есть, типа, это все брендовые диски, правильно? Ну да, да. Алло. Короче, это фулл дешевая. Типа, это левый верхний каток, это вообще Лада. Нижний, это Фиат, модель такая маленькая, ну, грустная. Право Рено, это Дача Логан, самая дешевая. Поэтому мы просто паров до Талова на 10 тысяч, просто чтобы поломать стол и игру. То есть вы думаете, что кто-то будет за это бороться за 10 тысяч? Да. Ну, чел справа снизу, видите чела справа снизу? Он будет до Талова. Окей. Так, ребят, что вы думаете? Рома, там комплект в коробках или по одному? Да, вот и главный вопрос. По одному. По одному?
Да. А, ну туда понятно, окей. Что, вы будете бороться за него или нет? Так. Будем по полной программе бороться. Итак, ребят, стартовая цена данного контейнера 200 долларов, шаг 100 долларов. 1400. 1800. 2000 гвин. 2300. Ладно, Вадя, фк. Первая защита 2500 Вовы, 2, 3, продано. Let's go, let's go. Let's go, распаковывай. У нас теперь серебряный логан черного цвета 20 века. Это стоит 450 долларов. Поехали. Поехали. Я мелатонин, давай. Нормально. Тут, походу, скам, как у Ликса. Вот я говорил, я же тебе говорил, что типа я был у него всегда, я знаю, как это работает. Ну, да, и мы видим по твоему счету, как это, что ты все знаешь. Итак, ребят, молодой человек собирался переезжать из Москва-Сити, и наши ребята вовремя решили помочь ему и стащили пару вещей. Их я с собой. Так, расходимся. Так, ребят, ну вы неплохо развели там команду. Что вы думаете насчет этого? Слушай, ну здесь телек может нормально стоить, внимание. А мы уже типа обсуждаем у тебя? Да. Ну, короче, я думаю, что тут можно нормально побороться. Я не понимаю прикола коробки слева, типа 1 терабайт этого жесткого диска, это что там? Там набор жестких дисков? Нет, да, один. Окей, я иду тогда к другой команде. Давай. Мне кажется, VR-чик там что-то около 800, maybe. А телек может дорого стоить. 800? Ну, короче, не знаю, может, двушка максимум. Вообще, наверное, даже двушки тут нет, да? Окей, ребята, я иду дальше. А вдруг это Samsung какой-то? Девочки, шо у вас там? Ну, мы, короче, ну я когда телек выбирала, мне кажется, что это вообще недорогой какой-то телек, но это не QLED точно, который там стоит 200 тысяч рублей. Потом, насколько я знаю, что это также дешевый жесткий диск. Жесткий диск тоже 1000. Так, я вам напоминаю на всякий случай про бомбочку, каждый раунд будут напоминать. Так, я иду дальше. Здорово, майнкрафтерам! Короче, Роман, мы долго думали. Да, я вижу. Я могу сказать как авторитет и как знаток электроники, что, во-первых, таких больших жестких дисков не существует. Это вся максимум край ей 2000 долларов. Мы будем ходу 1000 ставить и... Окей, все, давайте тогда собираться. Так. Итак, ребят, все, у нас аукцион начинается. Блин, а что, летсплей закончился от Вовы? Да, брат, а тебе понравилось? Да, я смотрю. Итак, ребят, стартовая цена этого контейнера 2000 долларов, шаг 500. 2500 гвин. 3000, да, нормально. 3000 дрон раз, 3000 дрон два, 3000 дрон три, продано. Это очень много. Сюда, на ГВП. Базу. Сейчас Макривский ему 5 насчитает. Да, это 2000 максимум. Мы только в телек, зачем в телек верили, все остальное так себе. Жесткий диск по-любому 1005 долларов. Сюда видюхи майним. Ты не дал мне 3500 поставить, я хотел торговаться. Будешь. А у меня задержка была сколько? 5350? Да. А что там так дорого стоило? Две видеокарты, брат. Берем, короче. Берете? Реклама. Слышь, а сколько ход ты сейчас скажешь? Да. Не знаю. Слей нам инфу по-братски. Не могу. Так. Ну тут только ребята, цена этих денег. Поздравляю вас. Решил или что? Поздравляю вас с успешной покупкой. Только цена сейфов здесь, наверное, будет ролять, я не знаю, но... Ну конечно. Слушай, а вот там еще внизу какая-то коробка. А, ну тут два сейфа и два перешить. Да, три сейфа даже. Ну не знаю, давай до двух пройдемся. Алло, девочки. Ром, а тут могут быть деньги? Нет. Что вы думаете? Будете вы за него бороться? Нет. Да? Нет. Нет, а тут в сейфах ничего нет. Окей, я вас услышал. Давайте тогда пойду. Алло. Что-то родное. Видишь там на сейфе? Это может быть довольно дешево, братан. Там видишь флажочек какой-то? Центральном. Я вижу флаг Украины. Возможно, нужно передумать цены, которые мы подумали. Слушай... И уменьшить их в 10 раз. 2000 гривен. Что? Да, мы будем рахувати у гривнях. Угу. И скільки гривень він коштує? Ми вважаємо, що це коштує дуже-дуже мало грошей. Гаразд, давайте пересуватися в головну кімнату. До побачення. Так, ребят, стартова ціна цього контейнера 100 доларів, шаг 100 доларів. 900. Тисяча шарф, раз. 2000. Сколько? Братишки. 2500. Я в Украине хочу, чтобы это осталось. 2600. А сколько? 2900 гвин, раз. 2900, ладно. 2900. Так уж и быть, пусть уезжает. 2900 гвин, два, продано. Привезу обратно в Украину, не переживай. Красава, спасибо. Поехали. Неплохо, слушай. Говорю, рано или поздно нам повезет. А что, слышишь, погоди? Голодно 2000. Просто. Алло, дядя, уважаемый. Дядя, а что там, денег внутри не было, что ли? Не было. Запчасти для чего-то большого и военного. Это все, что вам надо знать. Слушай, это гусеница для танка, как бы, ну, мне кажется, недорого. Ну, да, типа, это прям вообще... Мне кажется, дорого стоит, да, это гусеница для танка. Я думаю, что гусеница дорого стоит. Ну, не знаю, сколько, но на военную тематику, я думаю, до 2500, до 3 можно идти.
Так, окей, я вас покидаю. Да, девочки? Ну, я думаю, что это гусеницы или какое-то, какие-то рельсы, палы, я не знаю. Ну, три или штуки. Вольво, я думаю, там, гусеницы. Да? Я думаю, что это какое-то сложено какая-то гусеница, которую раскладываешь, и там кусты, типа, знаешь, для камуфляжа какого-то, я не знаю, может быть, камуфляжа танка, как замаскировки. Не знаю, что это вообще, я первый раз вижу. Как будто там в этих гусеницах сложены какие-то куклы, я не знаю. Или... И что, вы будете торговаться? Я думаю, надо. Надо, да, мы будем. Алло. Алло. Что вы думаете? Согласен. Это на самом деле да, но мы думаем, что это, короче, гусеничный какой-то. Ну, нет, на самом деле, это он думает, это он думает. Короче, это гусляй какая-то, походу. Ребят, стартовая цена этого контейнера $100, шаг $100. 3500. 3500, Эвелон, раз. 3600. 4. 4, братишкин, раз. 4200. 3500. Арина, сколько Арина сказала? 3 продано. Арина. Это почти, ну, правильно. Это нормально. Были гусеницы к танку. $3300. Нормально. А что вот это за, типа, это какой-то бензопила? Не, это нож. А это нож? Да. А в сумках может что-то быть, Рома, где-то сумки, товар? Да, навряд ли. Ну, сумки военные какие-то, не знаю, они могут дорого стоить. Ну, блин, палатка может дорого стоить. Ну, как дорого, недорого, но, типа, стоит что-то. Явно не $100. Рома. Привет, Роман. Привет, да, Роман. Да. Возможно, не совсем они одни охотничьи. Знаешь что? Знаешь, почему даже ты так не, написал? Даже я еще не Потому знаю. Потому что они военные. Короче, мы будем, братан, это брать. 100%. Че, ребята, опять 5000 и все? Да. А ты откуда знаешь? Короче, я подозреваю, то, что ты говорил, подсказки здесь написаны, я подозреваю, так как у нас сидят два КС-ера Лудомана, 100% здесь будет какой-то КС-нож. Ребят, собираемся в общей комнате. Стартовая цена $3000. Итак, ребят, стартовая цена $100, шаг 100. $1000. 3000. 3500. 3800. Кто сказал 4500? Модестал сказал 4500. Нет, друг. Модестал сказал. 3900. 3900. Да счет, давай. Блин. Алло, у меня 3900. А я 3, а я говорю 4 там, или мне показалось. 4000 гвин, раз. 4500. 4600. Гвин, 2. Гвин, 3. 4600 он взял. Давай, $100 нам считай, я уже рад буду. Так, хорошо, отлично. Карна? Поздравляю. Слышно, последний урок забыл открыть. Где КС-нож? Не открывается. Ай, блин. Ну, на рыбалочку пойду. Пневматические винтовки лучшего качества. Их доставляют в новый магазин, но мы готовы подарить их вам за ваши деньги. Ну что, ребят, цена данного контейнера стартовая. $500 и шаг у нас $500. 1400. 1400 первого защитного гвина услышал. Шаг $500. 1400 гвин, раз. Шаг 500? Да. 1900 Эвелон, раз. 2400 гвин, раз. 2900 шарф, раз. 2, 3. Там проблема, продано. Что МК может 3000 гривен стоить. Продано за 2900. Вот окончательная цена этого контейнера. 2740 гривен. Смотри, у вас есть оружие, у меня есть палатка. У нас диваны еще, братан. А у меня есть качалка. Подожди, у кого свет? У меня. Все. А эти пусть сидят, конструктор собирает. Доставка Озон. Доставка для молодой пары, которая решила приехать в загородный дом. Ребят, стартовая цена данного контейнера $200. Шаг также $200. 2500. 2500, Эвелон, раз. Как я сказал, нам Xbox нужен, братан, палатку. Эвелон, ну, два. 2700. Мы к вам придем. 2700, гвин, раз. 3000. 3000, Эвелон, раз. Я первый сказал. 3400. 3400, братишкин, раз. 3600, шар. 3800, братишкин, раз. 3800, братишкин, 3. Продано. Что тут может столько стоить? Поздравляю, ребят, $2300. Это наше, дядя. Кстати, да, да. Подождите, чуваки, зачем вы холодильники, когда у меня есть палатка, когда у меня есть одежда, когда у меня есть... Так мы к вам придем. Стартовая цена данного контейнера $500, шаг $200. 1000. 3000 долларов. 3500 я услышал где-то. Красава. Удачи. Это... А, шарф, окей. 3500, шарф, раз. Все. 3700, Наташа, раз. $4000. 4... Погоди, как может быть 3700, вы если... Вы не заберете. Шаг 200, ну, да, шаг было... 200, стартовый 500. 4000 долларов. 4000, вы нас Эвелон, не заберете. 4200, Наташа, раз. 4200, Наташа, два. 3400, шарф, раз. 4400, вас покупка. Шарф. О, 3 продано. 4500. Да, стоп, шарф, это ж мы. Да. Лёха! Поздравляю, Вадя. Поздравляю, Вадя. Давай, нажимай. Я хочу увидеть, сколько мы плюсим. Чисто по 5000 долларов все будет. Опа. Лежать. Нормально. 4250. А за сколько ты взял? А, неплохо. Я не помню. Молодой талант решил закончить карьеру и похоронил одну из вещей в груде коробок. Не знаю, какую-то максимально большую подсказку я могу дать. Exile Show. Все, это максимальная подсказка. Итак, ребят, стартовая цена этого контейнера $500, шаг $100. 4600.
4600 гвин раз, 4600 гвин два. У вас же раздельный бюджет, Вова, 4600 гвин три, продано, ладно. Let's go! Так там диджей пульт за 3000. Ну да, диджей пульт. Это может от 3 до 10 тысяч долларов, смотрите. Бэмс. 1980. А, две. Диджейская установка. Итак, ребят, отправляемся к последнему контейнеру. И я так скажу вам, что большая подсказка для всех, он вам очень сильно может помочь. Себе помоги. Да, ну походу, чё, ковры? Набор ковров, которые не стыдно постелить в частном доме или повесить как картины. Покупать будете? Брат, мы будем продавать. Вот ты видел, мы все скупили, купи теперь у нас. За сколько? Дай нам хотя бы, я не знаю, ну 1,37 денег. Мы сейчас хотя бы поиграем чуть-чуть еще. Сколько? Давайте, я вам дам... 1,337 денег, дай, мы сейчас в Улым. Я вам 100 долларов дал, ребят. О, отлично, спасибо. Алло, девочки. Алло, короче, я думаю, что это какой-то камбэк для всех нас. Я думаю, вообще он будет стоить там 10 тысяч, вообще хоть и ни разу такого не было. Не, ну я думаю, пятерку-шестерку точно. Ну да, мы будем потихонечку так бороться, но мы хотим забрать этот кейс, вот, осторожненько так подбираясь, и я думаю, что можно забрать, я думаю, он прям, знаешь, кто типа, вот знаешь, последний заберет этот последний контейнер, тот и может выиграть, я думаю, ты к этому клонил, когда сказал, что вот он может вам помочь, я думаю... К этому вся суть. Хорошо. А, ребят, заходите в общую комнату. Ребят, я вам честно скажу, мы сейчас сыграем all in. У нас 100 долларов есть. Да, не типа, спрашивайте, мы сейчас... Не спрашивайте, откуда, не спрашивайте, какими методами. По-братски, отдайте нам за 100 долларов контейнер просто, и все, и все довольны. Да, хорошо. Окей, итак, стартовая ставка 200 долларов, шаг 100. Вы можете между собой, хорошо, я сделал минимальную ставку 100, но вы можете между собой. Все, 9900. А вот оно, видишь? 10 тысяч. Опа. Наташа, раз. 10 тысяч. Наташа. Ну что вы, ну что вы? Наташа выиграла. Классная игра. 10 тысяч. Наташа. 3. Дмитрий Ликс выиграл. Продано. Ребят, когда я вам сказал, что есть шансы, ну, я не говорил, что он прям будет миллионы стоить. Но 4500 долларов команда Наташи. Итак. Тратьте деньги умно, ребят. Поздравляю Дрона и Алекса с победой. Спасибо еще раз, что пришли. Надеюсь, вам понравилось. Блин, если что-то не понравится конкретно, то скажите, там в следующий раз, может, исправим.